Российская актриса Яна Поплавская осудила певицу Любовь Успенскую за публичное обсуждение конфликтов с дочерью. Поплавская добавила, что очередной скандал, связанный с этой семьей, представляет собой дешевый цирк и является способом привлечения к себе внимания. Прямая речь. Уж лучше бы Люба Успенская купила козу. Но разберитесь вы тихо в своей семье со всем этим. Зачем вываливать исподние на публику? К чему этот низкосортный пиар с похищением дочки, которая на самом деле сбежала в Израиль? Мне даже жалко стало девку. Этот шлейф тянется за ней всю жизнь и никогда не даст ей жить. Она не сможет подняться, постоянно находясь под этим давлением. Любе, петь, Татьяне, жить своей жизнью, заявила Поплавская. В первых числах октября появилась информация о пропаже Татьяны Плаксиной. Успенская выразила обеспокоенность по этому поводу, считая, что Татьяна могла оказаться жертвой шантажистов.